Доброго времени суток, дорогие зрители. Приехал я в район Махмутлар. Снимаю с террасы этого проекта. Вот такой вид с террасы. Неплохой и не потрясающий. Средний вид. Огромная терраса, футбольная площадка. Центр района Махмутлар. В той стороне башня часов. Также пляж, мелкий гравий. Но внутри, как говорится, есть плиты в воде. Рядом есть вся инфраструктура для жизни. Улица Барбаросса в той стороне, улица Ататюрка в той стороне. Квартира, ту, которую я сниму, находится на расстоянии от моря, где-то 340 метров максимум, со всеми поворотами. Отсюда 100 метров до Барбароссы, и от Барбароссы 120 метров напрямую. Так, короче, 200 метров напрямую, птичий полет. Вот так, где-то 340 метров до воды. Дорогие зрители, квартиру я еще не видел. Я сразу поднялся на террасу. Здесь есть инфраструктура неплохая. Проект был сдан в 2014-2015 году. Квартира под ключ. 2 плюс 1. Наверное, дизайнерская. Мне сказали, что она обставлена. Вместе с вами пойду и покажу вам. Так что смотрим. Дальше. Камера. О, смотрите. Вот, иду. И бассейн на крыше. Но его пока не запустили. Вроде исправили. Не знаю, когда запустят. Спутниковая система центральная. Во. Итак, также есть фитнес. Вот, видите, тут фитнес. Айда, 250-300 лир стало, наверное. Было 250, не помню. Можете заниматься здесь спортом. Смотреть на море и заниматься. Покажу, я спускаемся вниз. Тут лесенки, два лифта есть. Это 12 этаж. Вот два лифта. Вызовем-ка лифт. Вот двери, открываем, открывай. Прихожая. Такой вот шкафчик. Первый санузел, не маленький. Проточный водонагреватель фирмы Вегито Электроник. Даже есть шкафчик. Начну я снимать со спальни. О. Серые окраски у нас. В этой стороне у нас вид на горы и на соседнее здание. Сколько тут квадратных метров? Еще второй санузел. Один. 12 квадратных метров. Так. Санузел сделали. Нет, убрали санузел. Сделали гардеробную. Прачечную. Понятно. А плюс плюс плюс. Бэка. Так, прихожая большая, дополнительная спальня, отмерю для вас, а
11 квадратных метров. Также есть фибероптика. Откроем свет. Гостиная, совмещенная с кухней. Серая, желтая, черная окраски. Квартирка у нас. И... Угу. Так. Я думал, это живой глаз. Телевизор надо купить. Холодильник Бека. Бытовая техника у нас вся фирма Бека. Интересно, вот столешница, искусственный гранит. Да. Бытовщиков нет, кажется. Есть. И кондиционеры здесь старенькие. Электро. Сколько квадратных метров отмерить для вас еще? Угу, так. Опа. Так. 25 квадратных метров. Если убрать кухню, то остается чистая где-то 20. 2, 21. 1, 2, 3, 4. Ну да, 20-21 квадрат чистых, где можно прогуляться. И один огромный балкон. Сторона северная. Здесь летом более-менее прохладно. Так как у нас 7-8 месяцев лета, северная сторона тоже считается хорошей стороной. Я сам живу на северной стороне. 2-3-4 месяца максимум холодно. Включаем, по-любому так включаем кондиционер зимой. За это. Так. Внизу баскетбольная теннисная площадка. Вот теннисный корт, там беседка. Я еще спущусь. Нет, бассейн уже запустили. Люди там плавают. Досмотреть до конца вам нужно будет подождать цену. Да, подождать цену, которую я сейчас скажу. Итак, дорогие зрители, цена этой квартиры 140 тысяч 500 евро. Есть малюсенький торг. Айда 300 лир уже, наверное, стало, если не подняли. Просто пока не было собрания, наверное, будет собрание в июне. Тогда не определятся. Жители комплекса определят Айдат. Спускаюсь вниз. Итак, дорогие, здесь вместим 6 человек. Вот. Спустимся вниз на нижний этаж. Квартира находится как бы на 9 или 10 этаже. Есть пандус. Видеонаблюдение 7-24 часа. Растет также трава. И вот бассейн, есть горочка. И здесь беседка. Фасад здания вот коричневого цвета с белым. Так, глянем, что в той стороне. Детский бассейн. А тут открытая парковка. Зв
звоните, пишите по номеру. Плюс 90-555-064-91-10. С вами был Гаси из Солнечного Алания, район Махмутла. Всем пока-пока.